У меня сломался принтер. Напечатал предпоследнюю страницу и встал. Никакие перезагрузки, вынимание и установка обратно картриджа и бумаги, а также протирание влажной тряпочкой и нажимание кнопочек ни к чему не привели. Решил попробовать починить сам. Когда я переставлял его на другой стол, из него выпала вот такая пластмассовая шайба с прорезями и отверстиями. Это придало мне уверенности, типа дефект уже выявлен, сейчас ее поставлю на место и смело смогу сказать, что и принтеры теперь я умею ремонтировать. Разобрал я его достаточно быстро, почти без матов и всего лишь сломав две клипсы. Тут меня отвлекли по делам, и принтер так и остался в таком непотребном виде. Хотя все детали я аккуратно протер и некоторые даже помыл. Спустя два дня я что-то неохотно опять поковырял в нем и потерял к нему интерес. И вдруг мне пришла в голову совершенно нелогичная мысль – подключить его и проверить еще раз. И, о чудо, принтер стал подавать признаки жизни. Наспех подкинул основные детали, и он заработал. Собрал я его достаточно удачно, всего один болтик запасной остался, и это вот пластмассовая шайба. И вот уже принтер вовсю мигает огоньками и по-деловому выплевывает страницу за страницей. А я смотрю на все это и думаю, а вот чего ему надо было? Наверное, как и каждому из нас, внимание. Просто захотел, чтобы с ним потрахались.